Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Бездомные собаки терроризируют жителей Бельц, которые больше всего боятся за детей. Были случаи, когда на детей нападали собаки по дороге в школу. Собака – лучший друг человека, но с этим высказыванием больше не согласны многие жители одной из улиц Бельц. В прошлом году, в сентябре, дочь возвращалась из школы. На нее набросилась собака, а рядом с ней было еще 4 таких же бездомных. Повезло, что рядом проходил мужчина и спас ее от собак. Ребенок начал заикаться, рассказала женщина. Такие инциденты затронули многих жителей. А родители вынуждены сопровождать своих детей в школу, а малыши говорят, что они боятся играть во дворе. Проблема кажется неразрешимой. Власти построили приют для бродячих собак. А виновными считают тех, кто подкармливает животных на улице. По данным властей, в приюте для собак в Бельцах могут разместить около 300 животных. Однако их количество намного больше.